Разбудите! Далее! И как раз сегодня со своим капучино к нам пришла Виктория Полякова, культуролог, знаток русского языка. И давайте спросим Викторию про этот капучино. Хорошо, что не с капучиной. Или про это капучино. Я слышала оба варианта. Мне два капучино или две капучино? Или две капучины. Ой, сколько всяких разных вариаций. Давайте же все же разберемся. Во-первых, кофе... Он у нас и он, и оно по новым правилам. Что? Да. Разрешили говорить, что кофе оно. А представьте, вот нам столько лет говорили, что кофе-то это он. Мы с детства же хотели сказать, что кофе оно. Все, средний род, все ж понятно. Но нет. Секунду, а кто разрешил? А вот современные нормы русского языка все же сдались под напором тех, кто считает, что кофе это оно, и сделали допустимой норму. То есть можно говорить, что кофе оно, но все же нам с вами лучше говорить, что кофе он. Такая рекомендация содержится в новом словаре трудностей русского языка под редакцией Баристовой. Это что, словарь кофейных трудностей русского языка? Я думаю, ты из фамилии, да, сделала такой вывод? Ну, вероятно, да. У нас теперь есть отдельный словарь про кофе. А если серьезно, то официальное закрепление среднего рода за кофе произошло 1 сентября 2016 года приказом Министерства образования Российской Федерации. Так что запомнили. О-оу. И исходя из этого, капучино, он тоже может быть и один капучино, и одно капучино. То есть он может и среднего быть рода, и мужского. Ну, понятно, что если ты скажешь, мне одно капучино, обслужат. Конечно. Но если человек слушает «Разбудите Даля» на Эльдо Радио, то может повести бровью. Вручив вам один капучино, но услышав одно. Да, совершенно верно. Все же носители языка не готовы расставаться с тем, что кофе он. И хоть ты тресни, но не станет он среднего рода никогда. Вот поэтому я всегда беру flat white. Здесь никаких разночтений. Flat white он. Или раф. Очень вкусный кофе тоже. А мне воду. Воды, Денисовой, воды. То есть все, кто говорят, что кофе он, теперь нарушают закон. Нет, почему? Просто теперь можно говорить, что кофе оно. То есть и он, и оно стало равноправными вариантами. Разбудите. Далее.